О, вертолетчик опять летит. Так, мы его сейчас здесь подождем. Вертолетчика. Хлопс, нахлобучили. Так, этот будет как крыса там стоять. Ё-моё. Две крысы приехало. На, раз, два, три. Да, Дуда, плей. Всем привет, ребятки. Ну что ж, давайте продолжим играть в Hills of Steel. Атака в пустыне. Выбираем наш танк. И пойдем зарабатывать звездочки, чтобы открывать сундучки. О, появился сразу, смотри, вертолетчик. Да даже два вертолетчика. Ладно, сейчас мы подождем их здесь. Сейчас они будут возвращаться, а мы их будем жарить. Так, не успели. Немножечко их так поджарили. Вот, опять, смотри, опять летят. Огонька не хотите ли? Так, один готов. Второй готов, отлично. Сразу двоих вертолетчиков мы уничтожили. Так, а вот тут чувак ходит, едет. К нему надо подъезжать. У него что-то с двигателем. Постоянно он не может подъехать ко мне. Ладно, ждем. Так, здесь большой уступ. Большой враг. Так, поджарили его, нет? Ладно, сейчас будет подъезжать. Мы его поднагреем. Давай. Опа, есть, готов. Готов, вертолетчик. Один готов, точно. Так, едем дальше. Тут еще может быть. А, нет, вот смотри, едет танк. Я думаю, вертолетчик будет. На, кушайте, ребята. Мне не жалко огонька на вас. Прикурить вам не надо. Все, готов. Так, сейчас будут вертолетчики. Стопудово. А, нет, это этот гад, смотри, ё-моё. Их, ребята, надо прям прожаривать конкретно, вот этих ребятушек. Ой, что-то я думал, у меня нормальный танк, а он что-то, смотри, слабоват. Давайте. Да сколько вас, а? Как же мне вас всех прожарить? Есть, прожарили. Едем, отправляемся дальше. Так, вертолетчик, гад. О, нет. Я не знаю, справимся мы или нет, ребята. Здоровье уже вообще маленькое. Так, давайте вам ракетки. Все, этот сейчас летит. Огонька вам не надо, дружище? Дружище летчик. Так, тихо, отъезжаем. Прям меня конкретно сейчас могут загасить. О, нет. Все, уничтожили. Ладно, знаешь, что сделаем? Берем другой танк, ребята. А у меня мощный танк есть, Титан. Так, атака в пустыне. Вот он, Титанчик. Давайте поедем на Титанчике. Ох, тут мощный танк, огромный. И давненько я с тобой не играл, слушай. Опа, с одного выстрела. Нормально вообще, нормально. Так, тут никого нету? А ну, сейчас посмотрим. Сейчас будет вертолетчик. Ой, мимо. Прости, друг. Сейчас он назад будет возвращаться, я его щелкну. Есть! Щелкнули мы его хорошенечко. Так, что у нас здесь? Никого нету. Ну, возможно, здесь будут танки. А, вот едет танк один. На. Так, вертолетчик. Ладно, сейчас мы его подождем здесь, на выступе. Как раз у меня дуло, видишь, куда показывают. Ой, промахнулся, да ну нафиг. Сейчас будем стрелять, есть. Уничтожили. Теперь этого будем. Так, мимо. Попал, попадание. Все, уничтожили. Уничтожили мы его. Оп, маленький малыш. Тихо, не стреляй меня. Так, готов. Еще один едет. Есть. Да сколько вас, а, там? Подожди. Хватит стрелять уже. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Так, давай, подъезжай. Раз, два. Он медлил. Ему надо было стрелять. Он чего-то ждал. Так, вертолетчик, ладно.
Тихо, ребята. Вот вы мне здесь не нужны. Так, а ну-ка, ё-моё, смотри, что творится, а. Уничтожили, да ну нафиг. Прикиньте, ребята, уничтожили танк. Офигеть, а как же я тогда вас буду побеждать? Ладно. Давайте еще раз, ребятушки, сыграем. Возьмем Китана. Угу. Как же мне эту пустыню-то пройти? Тихо. На, шляпу мне снял. Так, вертолетчик. Ой-о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 й. Ты зря. Зря ты на меня напал. И здоровье, смотри мне. Надо мне убрать, поменять. У меня же это, есть защитка для него. Угу, аптечку надо выбрать. У меня какой-то удар, который не особо прокачанный, по правде. Он здесь не к месту. Вообще не к месту. Так, ждем вертолетчика. Да ты чё такой... бессмертный, что ли? Алло. На. Получи. Удар. Так, есть один. Второй. Ух ты, волна, в принципе, неплохо сыграла свою роль здесь. Ну, здоровье половина уже. Это очень много. Меня уничтожили. Ну, как бы это, ранили, да? На, получи, сейчас еще. Опа. Ну, вот эти маленькие, они слабые. Их легко уничтожать. Так, на, держи, получай. А, тебе мало одного удара. На, второй удар. Едем дальше. Вертолетчик сейчас будет. Стоп. А, нету. Интересно. Так, ребята. Да ё-моё, идите нафиг. Как же мне вас... как мне попасть-то вас, а? На, есть один. Второй. Готов. Да, все-таки надо прокачивать аптечку, ребята. Да, 930 монет уже. О, вертолетчик. Тихо, есть, готов. О, вот этого я не люблю. Сейчас он начнет стрелять. Сейчас он начнет без остановки в меня стрелять. А, уничтожили. Уничтожили, ребята, да как так, а? Так, повышение, я смотрю, мне дали, да? Генерала. Да, продвижение мне дали, ребята, генерала. Это очень-очень даже неплохо. Давайте сыграем классический режим. Давай, атака в пустыне. Да, с этим. С Титаном. Подзаработаем немножко денег побольше. Я аптечку забыл поменять, ё-моё. Чё я всё забываю? Есть, готов. Так, ну что, тут будут вертолетчики или нет? Давайте волну проверим. Да. Ну, волна прикольная, но... так себе. Лучше аптечку, конечно. Можно будет захилиться время от времени. Там один раз, правда. Так, вот танк перевернутый. Есть, еще один. Есть. О, 962 монеты. Тихо. Хватит настреливать. Так, а вот вертолетчик. Ой-ой-ой, мимо. Сейчас надо будет встать куда-нибудь. В удобное место. Например, вот здесь. Есть. А, вот и босс едет. Армада, чувак. На, держи. Еще. Все, босса уничтожили мы. Плохо, что звездочек не дают нам. Так, залечились, но в принципе здоровья у нас было очень много. Так, ладно. Аккуратно. Так, ну тысячу монет, я надеюсь, мы с вами, ребята, заработаем. О, сколько вас много. Давай этого сейчас щелкнем. Одного и второго. Все, вот еще. О, еще двое. Откуда вы беретесь, ребята, а? Давайте я здесь волну использую. Хотя на этого маленького волну не хочу тратить. Когда вот реально замес будет, тогда
Вот, например, вот здесь сейчас. Так, ну а вертолетчики, я смотрю, живы остались. После моей волны, да? Так, одного подбили. Так, и сейчас второй будет лететь. Сейчас мы его подобьем. Есть. Так, а этот будет спускаться вниз или нет? Давай. Опа. Готов. Уже 1030 монет. Вообще неплохо. Так, соберем монетки. О, вертолетчик опять летит. Так, мы его сейчас здесь подождем. Вертолетчика. Хлопс, нахлобучили. Так, этот будет как крыса там стоять. Ё-моё. Две крысы приехало. На, раз, два, три. Вот этого сейчас четыре. Так, вот этих надо тоже пощелкать. О, есть, вертолет попал. Ох ты, какой резкий, а. Слушай, подожди, мимо. Так, что ж мне с тобой делать-то, а? Так, а ты вот не хочешь от своих патронов, да, взрываться, гад? Ладно, сейчас вертолетчика подождем, сейчас он подъедет. Подлетит, то есть. Готов. Босс на вертолете. Гонец ада, ну и название, а? Так, ладно, я знаю, как его уничтожить. Надо на выступах вот так вот стоять. Сейчас он назад сдаст. На, с одного выстрела, да, ну. Хорошо. Подлечимся и едем дальше. Так, готов. О, сколько вас много, ребята. Давайте я вам волну такую сделаю, боевую. Как вам боевая волна моя? Не понравилось? Что-то вас слишком много здесь, ребята. Реально много. Так, этот, смотри, перевернулся, но все еще живой. Все, готов. Здоровья уже? Уже немного. Ах, мимо, к сожалению. Не попал я в тебя. А, еще один вертолетчик. Да сколько вас тут? Гадов, а? Так, я на вас наехал, ребята. У вас очень много сейчас, смотри. Очень много всех подряд. Ладно, будем кого-то убивать, стрелять. А-а-а, ну убил я этого вертолетчика. Хорошо, неплохо. А все, это генерал. У меня повысили звание до генерала. И все, у меня больше не будут звания расти. Некуда больше, да? Ладно, тогда, дорогие друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, передавайте привет. Всем пока-пока.